Привет, ребятки! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. И к этому видео я сделала такую мини-коллекцию антистрессиков Pop It. Я думаю, что вы все знаете, что это такое. Это, в общем-то, такие антистрессики, тут такие кругляшочки, шарики, мы на них нажимаем, и можно с двух сторон так вот тыкать. В общем-то, такие тут 3 пакетика. Я, ребятки, эту коллекцию очень сильно долго делаю. Надеюсь, то, что вы меня поддержите лайком. Кстати, пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделала туториал, ведь у меня есть целых 3 способа. 2 из которых я придумала сама. Итак, первый у нас имеет такой пакетик с ананасиком. Давайте... Хотя нет, мы с вами помешаем, а потом выберем. Кстати, тут ананасик. Дальше Among Us у нас с вами есть такая открывочка. Тут обычная, тут тоже обычная. И тут обычный такой антистрессик и слаймик течет. И 3 пакетика. Я закрытыми глазами сейчас выберу один из них. Они, кстати, все объемные. Давайте вот этот. Самый такой обычный антистрессик. О, я уже догадываюсь, что тут я нащупала, ребятки. Ну что ж, давайте с вами откроем. Кстати, если же хотите вторую такую часть распаковки Pop It, то пишите в комментариях. Небольшой ASMR. И нам тут с вами, ребятки, попадается просто бомбезнейший сюрпризик, который я, ребятки, придумала сама. Кстати, я уже сняла про него туториал, и скоро выйдет видео, как же сделать такой антистресс Pop It. Это, в общем-то, ребятки, у нас с вами 2 в 1. Спиннер плюс антистресс Pop It. Также, ребятки, если же вы его будете делать, то обязательно отмечайте меня и говорите, что дику взяли у канала Арина Пейпер. Сейчас давайте мы с вами протестируем его. Вот, ребятки, такой звук. Мне больше всего нравится вот этот звук. А вам какой? Напишите в комментариях. Сейчас давайте мы его попробуем тут закрутить. Да, вряд ли у меня получится, потому что тут неровненько. И поэтому... О, давайте на пальцы попробуем. Все, ребятки, получается. Такой прикольный спиннер. Так, давайте поехали дальше, а то я уже залипла. Кстати, напишите в комментариях, был ли у вас когда-нибудь спиннер. У меня есть только один. Так, дальше какой же следующий пакетик? Закрываем глаза, открываем. И нам тут с вами попадается такой пакетик. Кстати, ребятки, завтра выйдет видео, как сделать такой спиннер. Так что ждите. А сейчас мы с вами откроем такой пакетик с антистресс Among Us. Pop It. Открываем. Да, пакетики получились очень прикольные, потому что они шуршащие. И нам тут с вами попадается такой антистрессик. Сейчас давайте мы его с вами потестим. Вот, ребятки, такой антистрессик. Мне кажется, тут почему-то звук лучше, чем тут. Ну, да ладно. Итак, открываем с вами такой пакетик с ананасиком. И нам тут с вами попадается такой прикольный и прозрачный антистресс. Pop It, вы просто посмотрите, ребятки, какой же он прикольный. Сейчас давайте мы его с вами потестим, ведь самое главное — это звук.
Такой, ребятки, получился звук. Но вы обязательно напишите в комментариях, какой вам антистрессик поп-ит нравится больше всего. Также еще я хочу сделать такой большой антистресс поп-ит и также снять, как его сделать. Надеюсь, что вам, ребятки, понравится. Мое видео подошло к концу. Поддержите меня, пожалуйста, лайком. Все, ребятки, стараюсь только для вас. Я это делала очень долго, потому что я хотела придумать что-то новенькое, новые способы, а не просто из картона и все такое, как другие делают. Ну а с вами была я, Арина. Всем пока-пока, до следующих видео. Бай-бай!